Друзья, вы на канале Есть Поесть, и сегодня предлагаю рецепт мега сочного, рассыпчатого, очень нежного, по-настоящему летнего пирога. Я сегодня использую свежую клубнику, но сюда подойдут абсолютно любые ягоды, фрукты, как свежие, так и замороженные. А список ингредиентов вы, как обычно, найдете под описанием к видео. В чашу измельчителя положила холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, добавляю сахар, а также соль, ванильный сахар и разрыхлитель. Высыпаю сразу всю муку и измельчаю. Получается такая крошка. Если хотите, можно все сделать руками. Теперь добавлю сюда одно крупное яйцо и чайную ложку яблочного уксуса, можно заменить лимонным соком. Снова измельчу, на этот раз должна получиться такая крупная крошка. Примерно 2/3 части этой самой крошки выкладываю в форму диаметром 20-21 см. Оставшуюся пока уберу в холодильник. Если берете металлическую форму, не забудьте застелить пергаментом. Распределяю равномерно крошку, слегка придавливая. Для начинки помытую и обсушенную клубнику режу четвертинками или половинками, в зависимости от размера. Добавляю ванильный сахар, 2 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки с небольшой горочкой крахмала. Я беру кукурузный. В крайнем случае можно взять картофельный или муку. Теперь нужно хорошенько перемешать, пока клубника не пустит сок. Только при этом ни в коем случае ее не нужно мять. Выкладываю клубнику на тесто, равномерно распределяю и слегка отодвигаю от краев, чтобы туда попало тесто и сама клубника не прижарилась к бокам. Выкладываю сверху крошку и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 40, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Готовому пирогу даю хорошенько остыть, затем пройдусь по краям лопаткой и извлеку из формы. Пирог можно посыпать сахарной пудрой и украсить по желанию. Посмотрите, какая получается красота! Нижний корж мягкий и нежный, он буквально тает во рту. Начинка сочная, безумно ароматная и по-летнему свежая. А верхняя крошка рассыпчатая и хрустящая. Вообще пирог очень гармоничный и в меру сладкий. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Подписывайтесь на мой канал и смотрите другие не менее вкусные и интересные рецепты летних пирогов и не только. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне, увидимся в следующих видео.